Коллеги, мы сегодня заканчиваем основные работы по реконструкции Ярославского шоссе. Построено две эстакады, три подземных перехода, 11 километров дублеров, почти 30 километров обустроено выделенных полос, около 600 парковочных мест. Эти работы практически близятся к завершению. Собственно, сегодня уже открывается основной вход. Это, конечно, улучшит движение по Ярославке, и что важно, конечно, ускорит движение общественного наземного транспорта. В общей сложности по Ярославке на автобусах, на различных маршрутах передвигается около 180 тысяч пассажиров. Это, конечно, большой объем. Я думаю, что при запуске Ярославки после реконструкции это количество пассажиров еще увеличится, а подъезд к станции метро Пересадочная ускорится намного. Поздравляю вас с этим событием. Помимо обустройства дороги мы сделали шумозащитные полосы, заменили окна в близлежащих домах, так чтобы было максимально комфортно для жителей. Так, ну что, будем запускать. Спасибо вам за работу. Спасибо. Москву приехал.